Владимиру Машкову, кстати, как раз передал привет после этого взятия ворот. А тем временем драка у нас самая настоящая начинается. Никита Холодилин там и схлестнулся в схватке, срывая овации присутствующих болельщиков Академии «Авангард». Уже Татарников решил вступиться за партнера. Но пощадит уже Никиту Холодилина. Ты посмотри, у него и так уже синяк. Ну, найди себе свежего кого-нибудь. Колоритно смотрится Никита Холодилин. Рыбин отправляется, не слова дохлебавши, на скамейку штрафников, но тут же ее покидает. Фигурин, капитан нашей команды, сейчас отправился в штрафной бокс.